Сегодня в Чувашию с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер. На встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым речь шла о развитии электротехнической и энергетической отраслей в регионе. Богатство – это наши молодые креативные люди. Занимаются идеями, разработками, разработку внедряют и производят качественный новый продукт, который востребован не только на территории Российской Федерации, но и за пределами, и выходим на экспорт. С каждым годом, поэтапно, пошагово. Алексей Текслер отметил, в ряде проектов Министерства энергетики страны, к примеру, в национальном проекте «Цифровая подстанция», активно участвуют и даже являются ключевыми поставщиками электротехнические предприятия Чувашии. Республика очень достойно смотрится вот во всех наших начинаниях. Особенно, что касается современных инновационных решений. Я хочу сказать, что не каждый регион может похвастаться такой промышленностью, такой индустрией. Вы правы, у вас, собственно, тут вокруг ваших соседей, так сказать, у соседей много нефти и других полезных ископаемых, а вы вот за счет человеческого капитала можете решать такого рода сложные задачи. Поэтому это, конечно, здорово, и мы будем в этом смысле помогать.